Все, съездили мы, попроведали бабушку, все хорошо. Ну, а теперь мы направляемся в сторону первой нашей квартиры, где наша первая квартира была. Хотим заехать, немножко посмотреть. Ну, и кому интересно, тоже с нами посмотрите. Покажем вам немножко городок. Смотрите, сколько зелени здесь. Это все еще город Лена. Смотрите, здесь такая мельница стоит. Сейчас мы завернем на улицу Унтерден-Эрлин. Вот спереди дом, вот этот большой. Вот в этом доме мы жили. Он многофамильный. Заезжали вот здесь, в этот двор. Ну и здесь наша квартира. Вот эта квартира, вот этот балкончик белый, здесь мы жили, здесь наш зал и спальня находилась, вот тут мы заходили, через балкончик проходили, и здесь была наша квартира. Ну а здесь снизу окна жили Сашины родители. Прикольно, да, Саша? 100-летние были здесь. И здесь мы гуляли очень часто. Когда Вальдемар, наш сынок, был маленький, он родился, приехал в эту квартиру. А вот это окошко с этой стороны была наша кухня. А вот это, где Зильбер-машина стоит, серебряная, наш паркпляц был, парковка наша. Вот здесь мы жили. Сколько лет назад уже? 22-23 года назад мы здесь жили. Представляете, ребята? Прикольно. Да, все, поехали. Здесь мы по двору гуляли часто. Посмотрели. Едем дальше. Сейчас мы находимся опять в самом центре Лена. Поедем, хотим посмотреть, где мы вешали Саше наш замочек. Здесь у них находится... Что тут находится у них вообще? Шпаркасса, вот вижу. Здесь городская стоянка, Volksbank. Магазинчики. Здесь сейчас мы будем проезжать городскую ратушу. Слева церковь. И здесь Ратхаус, городская ратуша. Вот здесь, в этом здании, мы с Сашей расписывались 24 года назад.
Ну вот, приехали мы и на это местечко. Видите, сейчас пойдем по лесенке поднимемся, посмотрим, где наш замочек висит. Если еще висит, Саша говорит. Идем все одеты, в шлемах. Хотим посмотреть. О, здесь озеро. Здесь вообще такой шикарный парк. А здесь расписывают Штандесамт. Видите? Вот. Вот сюда мы вешали наш замочек. Спускаемся по лесенке. Висит? Где наш замочек? Вот он, наш замочек. Сколько он уже висит? Год? Больше? Смотрите, наш замочек висит. Красотень. Классно тут, да? Решили мы сюда его повешать, потому что этот город нас связывает с очень многим. Здесь, как мы и говорили, мы расписались в этом городе. Родился наш первый сынок, наша первая квартира. И вообще начиналась наша семейная жизнь в этом городе. Из-за этого мы этот замок с собой возили, возили, где мы только не бывали. Но решили оставить его здесь. Да? Сделаем сейчас фоточку на память, но вы посмотрите. Ну вот и все. И здесь мы побывали. Такой красивый парк здесь. Ну а теперь мы собрались ехать в Фехту, в отель. Может, немножко прогуляемся, если погода позволит. Ну и будем отдыхать, потому что завтра уже тоже нам в путь. Посмотрим. Ну вот, ребят. Мы сейчас выходим с отеля немножко прогуляться. Вот в этом отеле мы сняли себе комнату. Нам очень понравилось. Сейчас хотим пойти немножко в центр прогуляться. Фехты. Вот, вот это здание. Вот этот отель. Называется М24, да? Вот у них Haupteingang. Ну, мы немножко пойдем прогуляемся. Посмотрим городок. Сам их не центр, да? Что-то погода. Погода что-то портится. Пасмурно. Обещает дождик. Ну, думаем, что мы успеем немножко прогуляться, чтобы под дождик не попасть. Красивые дворики, да? Цветут так, как кусты. Красиво. Юбняет. Да, запах, ну. Здесь у них, видите, такие столбы. И цветочки растут. Горшки стоят. Вот цветочки. Мой инфекта, но идем в сторону центра. Домики интересные. Птички чирикают, да? Ребят, смотрите, Эдис Штюпхен. Прикольный, да? На доме дядечка. Сейчас мы идем по их Кроссштрассе, прогуляемся. А, молодежь ездит на мотоциклах. Саша хочет фотоаппарат достать, да? Пофотать немножко. Да, уже поздно. Но все равно прогуляемся, подышим свежим воздухом.
Вот здесь ногти делают. Здесь кебабная. Алло. Саша красный, не превышай, стоять надо на красный. Слушай, ну тут такой не обязательно со всеми здороваться, это тебе не цель. Да? Все здороваются со мной, и я с ними здороваюсь. Да. У нас, мы привыкли, все здороваемся. А здесь на севере поздороваешься, они на тебя такие смотрят, ну поздороваются. А мы привыкли на юге, мы ходим, у нас все здороваются. Алло, алло. Поэтому Саша мне говорит, ты не здоровайся тут. Они на тебя смотрят, как будто ты откуда-то не оттуда прилетела. Я и так не оттуда, с юга. Ну что я поделаю, если мы такие приветливые на юге? Ну что я поделаю? Мы привыкли к этому, Саш. Смотри, какие зонтики прикольные, а ты мимо проходишь. Торшерчики, забегаловка. О, церковь стучит. Наш первый телевизор покупали. Серьезно, что ли? Саша говорит, первый телевизор покупали. Ой, будь здорова, Света. Все, начинаю опять чихать. Что-то мне здесь на севере не климат сегодня. Да, но видишь, почихаю. Церковь стучит. Хотим зайти в пиццерию, сесть покушать. Саш, что пришел к итальянцам покушать? Вчера тебе понравилось у японцев? Вкусно, да? Мы два блюда заказали. А сегодня пришли итальянскую пиццу покушать. Ну, сейчас посмотрим, меню нам принесут, посмотрим. На улице пасмурно. А? Ну, сейчас меню принесут, выберешь. И мне, и себе. Вообще, очень интересно здесь. И народу много, да? Саша, что выбрал? Выбрала я. Я хочу вот эту пиццу прошитую. И сверху, чтобы пепперони добавили. Dankeschön. Вот это, Саша, ты мне колу заказала. Пока не выпью, не уйду. Да, 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 да. Да, не, не. Лучше я колу попью. Ну вот пришла наша пицца. Я заказывала себе с грибами пепперони шар. А Саша заказал себе с морепродуктами. Саш, мы сегодня по Нордзее ездили. Там стоял кран, сети. Вот там тебе в мерзфрухты ловили, а сегодня пожарили. И рукулу наверх еще, прикинь. Приятного аппетита. Спасибо. Всем привет. Доброе утро. Саш, привет. Саша отключился. Всем привет, Саш. Привет, привет. Все, выехали мы сейчас с отеля, выселились, позавтракали, собрались на улице, прохладненько, показывает плюс 15 градусов всего. Ну и направляемся сейчас в город Лёна опять, заедем к Сашиной бабушке, попроведаем, ну и посидим немножко, поразговариваем. Съездим на кладбище и поедем дальше. Так что, ребята, оставайтесь с нами. Надеемся, будет интересно. Покажем, где будем сегодня ездить. Надеемся, с погодой нам сегодня повезет. Вчера мы пошли в сторону центра
Фихте погулять. Думали, зайдем в ресторанчик в итальянский, посидим, заказали себе пиццу, посидели так хорошо. Такой ливень начался, и все. И наша прогулка по центру города обломалась. Ну, мы сидели долго, конечно, там, в этом ресторанчике. Пришли в отель около 10 вечера, да? Да, где-то так, наверное. Все думали, что все-таки в центр сходим, но, увы, сильный дождь начался. Ну и мы пошли в номер, что оставалось делать. Ну ладно, как-нибудь в другой раз поснимаем обязательно. Надеемся, не последний же раз приехали сюда. Слушай, какой раз мы хотим центр Фехты снять, а? То один раз хотели, не получилось. Второй раз сняли, все. Карточка накрылась, и видео все пропали. Значит, не судьба, не судьба, Саша. В следующий раз снимем. Теперь мы знаем, в каком отеле останавливаться. Очень гостеприимные люди. И вообще нам очень понравилось. Так что... Люди сами отель построили, сами рядом живут, дом стоит. Так что без проблем, без ничего. Заехали мы на таночку подзаправиться немножко. На таночку заехали, как называется? Эссо. Вот, смотрите расценки. Дизель 2,04 €. Супер у них 2,15 €. Ну и кому интересно. Надо подзаправиться, да, Саш? Чтобы потом не заезжать. Итак, заправились мы на 44 €. Раньше настолько заправляли машину, а мы полный бак, а мы мотоцикл заправили. Но сейчас Саша немножко фары обмывает, потому что вчера мы же вам показывали, в какую мы машкару попали, сколько нам мошек прицепилось. И вот Саша сейчас отмывает немножко фары, чтобы хоть видно немножко было. Ну и в принципе сейчас помоем и поедем, да? Ребята, там сзади, вот с этими домами стоит больница. Там был раньше роддом, я не знаю, сейчас есть или нет. Вот там родился наш сынишка. Мы сейчас через сам центр Лёна проезжаем. Вот здесь вот с правой стороны, а здесь был каритас. Раньше мы приходили с Сашей, учились в этом каритасе. А вот здесь вот больница и роддом был. Здесь большую стоянку, гаражи сделали. Ништяк. Но мы сейчас едем на кладбище. Хотим попроведывать дедушку. Ну и поехать дальше. Здесь цветы продаются. Вот идем. Хотим на кладбище сходить. Саша взял свечку, розочки. Ну и все. Мы сейчас уже заходим. Снимать я здесь не буду. Ну все, побывали мы сейчас на кладбище. Попроведали и дедушку. Поставили цветочки, зажгли свечу. Ну и все, сейчас мы уже на выезде из города Лёна. Начинает потихоньку моросить дождик. Едем в сторону Тюринген, в сторону города Эрфурта. Ну и счастливой нам дороги. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.